Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Бронзовую медаль с чемпионата России по велоспорту привез Денис Некрасов. Национальный чемпионат по автогонкам выиграл самарский пилот Егор Санин. Стрелок Дарья Вдовина – первый снайпер в России. Дарья Вдовина успешно выступила на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Из винтовки призер этапа Кубка мира, участница Олимпийских игр в Рио, выбила норматив мастера спорта международного класса и заняла первое место. Второе у Анны Жуковой из Белгорода. Бронзовая медаль досталась москвичке Марии Ивановой. Порадовала результативной стрельбой самарец Николай Репичев. Из пистолета с 25 метров он выбил бронзовую медаль. Финал российского ралли-кросса в Воронеже выиграл самарский пилот Егор Санин. В классе национальной перед последним этапом чемпионата страны претендентов на титул было двое – самарец и Айдар Нариев из Казани. Конкурентов разделяло 14 очков в пользу Санина. Из четырех квалификаций Егор выиграл две, оказался первым в стартовой решетке. Гонку за первое место в итоге самарец завершил шестым, сломалась коробка передач. Однако заработанных очков ему хватило для титула чемпиона России. Впереди у Санина чемпионат Европы в Германии. А теперь переместимся на велотрек. Многодневная гонка чемпионата России финишировала в Санкт-Петербурге. Самарец Денис Некрасов в паре с местным спортсменом Николаем Ильичевым закончили дистанцию третьими. Чемпионами страны стали Максим Пискунов и Сергей Ростовцев из Тулы. Серебро у питерских велогонщиков Дмитрия Страхова и Кирилла Бочкова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.